Анализ аварийности на автодорогах Одинцовского городского округа показывает рост числа ДТП, связанных с наездом на пешеходов. В целях снижения количества таких происшествий с 7 по 13 октября на территории округа проводится оперативно-профилактическое мероприятие. Одинцовские госавтоинспекторы констатируют, что на сегодняшний день именно пешеходы являются самой незащищенной, но при этом недостаточно дисциплинированной категорией участников дорожного движения. Основной причиной ДТП с их участием остается переход проезжей части дороги в неустановленном месте. Сопутствующий фактор – отсутствие световозвращающих элементов на одежде взрослых и детей в темное время суток.